Я рад приветствовать любителей пылких сражений на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Sundead. Ну что ж, дорогие друзья, нас в прошлый раз жестко наказали, и сегодня мы будем мстить. Месть наша будет страшная, но справедливой. Что у нас там по деньгам? 4 сотки, да, тут и ловить нам нечего. Пора уходить, наверное, пойдем в ту сторону, налево точнее всего, там будем все исследовать. Постараюсь добраться до того места, где нас в прошлый раз убили, и отомстить, как я уже сказал. Давайте начнем. Ну что ж, друзья, я добрался до места, дорога была непростой, но в плане много надо было очистить. Как видите, целую локацию пришлось вырезать для того, чтобы попасть на место. Мы сейчас пройдем здесь, я думаю, и, наверное, потом телепортнусь я, чтобы... не бежать. Но в любом случае, для вас это будет секунду буквально. Давайте, надеюсь, что пройдем. В принципе, 3 хилки есть. Надеюсь, что все получится. Тут самое главное, нужную позицию выбирать и не давать себе бить. Ну, в принципе, это логично, да? Вау. Вот самая жесть здесь, это стреляющие. Здесь будет, ну, очень много. Во, желтый пришел. Гигант-убийца. Ну, я так понимаю, что вот эти скиллы-то их ведь можно отбивать, короче. Оу, тихо, хватит меня хлестать. Воу. Вы видали, он как-то раскладывается аж? Смотрите, как будто у него какая-то... Воу, тихо, отхлебнем. Как будто у него, смотрите, какое-то создание внутри, относительно других, еще отхлебнем, офигеть. Опа. Укатали мы попа, ну давайте, ништяк, у нас все получилось. Мне это нравится. Давай, ништяк. Ништяк, синенький ништяк, ништяковый. Синенькие ништяки лучше, чем ништяки. Ну, давайте что, сваливаю, наверное, я по-быстрому в локацию. И там уж посмотрим. Мне, в принципе, надо добираться до второго скилла. Потому что уж больно много вкусняшечек разбивает мое сердце. Потому что мне уж очень сильно хочется до них добраться, а мне не дают. Заберем, и потом, конечно же, мы пойдем дальше изучать. Я думаю, что где-то, наверное, вот в этой области будет что-то очень-очень уж интересное. И, возможно, где-то вот здесь наверху будет босс. Я надеюсь на это, мы скоро его увидим. Как вы видите, я на месте. Мне дали вот этот вот скилл, амулет здоровья. Смотрите, раньше было количество осколков после павших врагов снижается на 30%, теперь на 20%. Потихонечку этот ранг падает. Ну, то есть это количество падает, да? Мы получаем больше все-таки осколков, ну, все то же самое. Остальное все, и 6%, да, там написано? 6, да, раньше было 4. Так что это тоже прикольно. Но брать мы, конечно, это не будем, это совсем не интересно. А вот что-нибудь другое такое любопытное. Ну, вроде как бы больше ничего. Я вот, конечно... повышает урон от рукопашной атаки. Вот это, конечно, хорошо. Вот мне бы взять бы ранг 2 вот этого оружия. Это было бы прям вообще сверх-сверх круто. Повышает шанс нанести критический удар на 15%. Снижение здоровья на 25%. Но это очень сильный минус, грубо говоря. Вот я бы это, наверное, бы убрал и поставил бы какой-нибудь прикольный. Пробивает щит врагов, снижение скорости восстановления щита. Но, наверное, не это. А возможно бы вот это мы бы взяли. Снижение скорости восстановления щита на 70%. Конечно, это очень много. Зато щит регулярно восстанавливается. Давайте, наверное, крит я сниму. Ну, наверное, сниму, потому что... все-таки... надо все думать о выживании. Нам пока сейчас дамага хватает, а вот живучести у нас мало. Меня очень быстро пробивают и могут и убить. Ладно, посмотрим, короче. Давайте-ка пробежимся, посмотрим, что у нас... и где здесь есть на повышение. Повышает шанс на те осколки и другое. Это ништяк. Повышает урон от пухи. Вот, по-моему, где-то было урон от рукопашной. Повышает шанс на те сокровища. Ладно, это не то. Вот здесь мне надо будет нам добрать. Повышает урон от критических ударов. Повышает максимальный... Так, вот давайте. Жбэнь. И урон от крит ударов. Еза. Что это такое?
повышает шанс найти, а здесь повышает урон от рукопашных атак. Оу, е. Снижение получаемого урона. Повышает урон от рукопашной атаки на 33%. Е-е-е. Сюда надо ползти нам. Сюда надо ползти, брать супер-мега урон на 33%. Это было бы очень круто. Ну что, я побежал? Побежал искать. Ну что ж, друзья, мы вот в этом любопытном месте и продвигаемся потихоньку влево. Тут совсем все по-другому, наверное, появятся какие-то монстры. Вот такие вот гиганты, например. Они реально крупнее, да и пожирнее будут. О-о-о, новый по-любому, он краснорожий пошел. Смотрите, вот он аж колбасил, а вы видели, он какие-то танцы там смертельные затеивал. Ну-ка, ништяк не подобрали. Я ж спать потом ночью не смогу. Без вкусняшечки. Оп, вкусняшечка. Оп, обманули. Что-то мне кажется, меня ведут да не туда. Да идите в пень. Смотрите, птица уже красная. Вау, опасть. Снегенька, ёшкин кот. Фига себе, ты там меня отбросила просто как щенка, да, в сторону. Воу. Там был... Тихо. Там была хилка сверху, я точно помню. Да иди сюда, собака. Летающая. Вау. Что ты там стоишь с клешнями машешь? Воу! Болюсенько было. О! Так, тихо. Где там была хилка? Была наверху где-то. Да черт. Не могу оттолкнуться, что ли? Да ну ты что? Где я тут хилку видел? О, видел. О, и ты здесь. Абармотус. Все, до свидания. О, там ништяк. Вот это я зря. Придется пить. Зря рывок использовал. О. Хорошо. Хилки. Так, ладно, нас туда пока не пустили. Не пускают, точнее. Придется с этой стороны залазить. Да ё-моё. Так просто не запрыгнешь. О, вот это необычно. Поглощающий щит. Что-то очень крутое. Звучит, по крайней мере, круто. Но до того я ништячка не доберусь. Там больно. Так, ладно. Блин, тут везде больно. Полегче, вы видали? Мы только что с вами ништяк нашли. То есть, скрытую... Ты псина борзеешь. Он сейчас устроит. Смотрите, а он тоже уже делает такой вот прием, как этот желтый. Кидает на пол свои тентакли и пытается там сделать какие-то насильственные действия по отношению ко мне. Значит, все-таки есть тут нычки. Ну, я вообще про них писали, говорили, что тут нычки есть. Так, а где? А, тут наверху выход, я понял. Давайте. А ну там наверняка, да, вот. Спрятан какой-нибудь вкусняшечка, и мы до него добраться не можем. Ну да, да, ничего нового. Вот возьмем сейчас новую способность, и у нас будет возможность, мне кажется, дернуть туда. Хотя я не уверен. Возможно, новая способность не даст этого. Давай, прыгай ко мне, бес.
подрежу тебя, как собаку. Возможно, новая способность и не даст такой штуки. Но, блин, мне очень нужна это, этот рывок, то ли что, неважно, чтобы это не было, мне это надо. Я думаю, что это будет еще один рывок. Так, ну мы почти близки, да? Что, неужто туда не забраться? Зачем тогда было это вообще сделано? Что за обман? Везде один обман. Оп. Налево пойдешь. Глаза потеряешь. Ну чё такое? Опять гонги пошли. Ё-моё, сейчас будет жесть. Она уже началась. Ух! К нам тут гости. Блин, да куда ты стреляешь? А вас тоже эта, да, штука не пускает. Ну как вам, стрёмно, да, это ощущать? Воу-воу-воу. Чтобы... Тут нафиг никому не нужны. Давай, пес. Дюнкет! Как я не вовремя, он ушел. Это Дюнкет это от моего. Ух ты! Да собаки долбаные, вот эти летающие, как вы меня раздражаете. Мне кажется, нам надо вот этого главного убить. Тогда все будет хорошо. Боеприпасов нет. То есть тогда это закончится, этот беспредел, все хилки выпил. Ну тут уже пожестче. Тут уже пожестче вот эта вся шняга. Вот эти вот ребята. Посерьезнее. О, мы почти дошли, кстати. Ладно, потом посмотрим, да? Вначале давайте ништяк заберем. Все-таки новый предмет, новые способности, новое удовольствие. О, как это выглядит жутко. Посмотрите, его полностью пронзило, какая-то непонятная. Вот я, новый рывок. Зачем в игре два рывка? Ну, один боевой, я понимаю, наверное, а второй тактический, наверное, просто будет. Но при помощи этой способности, наверное, мы драться не сможем, но сможем использовать новые умения. Все. Божественная сила. Двигатель. Ага. Что мне надо сделать? Б нажать. Нажмите кнопку Б. И чё? А, в воздухе. Б. Б. Хорошая вещь, хороший рывок. Да, он просто... Ой, чё я бью-то? Тут не бьется. Это просто возможность у ворота. Ну, естественно же, она тратит нам энергию, да? Во-во-во! Долго ждал. Долго. Слишком долго. Я ништяки там внизу поля, я видел. Так, мы можем уйти теперь направо, и там, наверное, выйдем наверху. Возможно. А можно, конечно, пойти и налево, и выйти там. Но я не знаю. Так. Давайте направо пойдем. Раз нас так призывают. Хотя я думаю, что направо, наверное, будет босс. Ну почему-то мне так кажется, что направо он должен был быть. Там ничего. Ух ты, тварь. Тварь хитрозадая. Десюнчик. Ко мне. Тут так что есть смысл-то в стенки лицом тыкаться.
О, началось, началось. Попа, боль. Когда у нас хилок нет. Пока самые бесючие, это, конечно, птицы. Все просто от того, что они стреляют. Ну и вот эти что-то монахи мне тоже не особо нравятся. Уа! Гнев! Лазера! Так, мне надо срочно открыть щит, чтобы меня восстановился, чтобы меня не пробили. Давай, тварь, иди сюда. Иди, иди, я тебя постреляю, давай. Теперь они, получается, по два выстрела делают. Эти бесы. По жопе тебе. Где тут ваш хмырь, который? Ну, от этого вроде мы еще более-менее нормально делались. Мы можем наверх... Ага! Ага! Вот где супер-мега-крутой босс. Но здесь по-любому есть еще один, как минимум. Должно быть даже два босса, мини-босса, которых мы должны убить. Найти только надо вот их. Вот в чем вопрос. Где они обитают? Мне еще хилка нужна. Так, ну там, походу, так просто не пройдешь. Да ну, ты чё издеваешься? Я же сделал рывок. Сейчас эти псы мне будут долбить тут еще. Идите, собаки, знаете куда? Все вы знаете. Давай, давай, беги сюда, я тебе покажу сейчас по мордасам тебе мокрой тряпочкой. А, она же это. Она ж просто так на месте не делается. Она ж только в прыжке, я забыл. Так, нам говорят, что там босс. Идите по туда. Я туда пока не пойду. Мне надо направо. А почему я туда... О! О! Прям тут вообще прям все намекало на это. О, отлично. Гася меня откинула. О-о-о-о, все, теперь придется пропивать. Придется пропивать лекарства. О, не-не-не-не-не-не-не. Ребята, ну че вы такие больные? Какого фига? Как же это бесит. Не, реально, вот в этой игре перебор. Перебор. Капитальный перебор с вот этими опасными моментами. С наплывом врагов. Так, ладно, нам можно пойти наверх, можно пойти, но я думаю, нам не дают возможность пойти наверх, выбирать даже нам не дают. Нам можно идти только вот сюда. А тут-то что? Там ничего. Окей. Идем сюда, сокращаем. Сократи мне дорогу, детка. Что самое интересное, до сюда даже добраться-то сложно. Даже сокращенная дорога тут никак, никак нигде. Возможно, кстати, после босса, да, будет такая возможность. Интересно, где другой второй босс? И третий где? Давайте, я буду сейчас все пытаться всю локацию прочистить, прочекать. Достал, тварь. Как ты достал? Я же на другом месте. Мостики стоял. Так, ладно, попробуем сейчас, знаете, что сделать? Попробуем сейчас вниз спуститься. Мне кажется, что босс может быть и там. Ну, вот здесь вот, да, вниз, если мы пойдем. Где-то тут, где-то, может быть, припрятается. Припрятается наш босс. Ухинка.
Отлично. Давай, камон! Где птица эта? Птица! О, опять начинается. Но вот только-только вот буквально избавились. Этому из этого западла. Ой, фу, бесит. Реально. Надо этого козла убить. Где он там? Да ты спрыгнешь, нет у меня, я не знаю. Раздражай, ничего не вижу. Он же где-то тут ходил, этот хрен. Твою мать, это просто пипец. Так, ну что, я думаю, конечно, мы с вами уже зачекали, где босс находится. Будем стараться продвигаться именно в ту область. Ага, 3800 у меня не хватает, 400, к сожалению. Ну ладно, окей. Набью, вернусь. Так вот, зачекали. Я буду искать, наверное, боссов, мини-боссов. Мы их найдем и постараемся убить. И после этого, конечно же, пойдем к главному боссу. Потому что у нас с вами только всего лишь один древний. Мне кажется, можно найти еще здесь два, как минимум, мини-босса. Собрать один целый осколок древних. И после этого нам еще дадут один древний осколок, когда мы убьем уже главного здесь босса. Давайте искать. Так, я решил почекать вот это место. Посмотрим сейчас его. Пробежим. Я просто ищу боссов. Так что будем искать. Просто почему я сейчас включил, так как здесь зона, где бесконечно спавнятся монстры. И это будет реально больно. Драться с ними бессмысленно. Нам просто самое главное это найти. Опа, пошла жара. Найти проход. Ну и еще и ништяк найти. Я наверняка он здесь есть. Опа. Опа. О. Вкусняшечки. Не отказываем себе, как говорится, сладости. Иди в пень. Ага. Ага, а вот и он. А вот и он. Ленинградский. Ой, да иди ты, я тебе говорю, лесом. Почтальон. О, с них ништяки падают. Тихо. Нет. Давай, вкусняшечек. За все мои страдания. Так, что у нас? Что-то тут как-то с бесконечными-то слабовато, я вам так скажу. Вот когда я... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Бегал в другом месте, да, что-то я загляделся на карту и пропустил момент падания попой на шипы. Там как-то пожестче было. Тут как-то совсем. Может быть, уже попустило, конечно, нас. Так, пойдем вниз тогда сходим. Ага, нам явно не сюда. А, тут тоже, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Собираем. Да тут очень можно хорошо нафармить. Зачем тогда вообще вопрос? Место, да? Вот не место, а руна. Ну, я их буду называть рунами, да? Вот эти вот предметы, которые мы с вами вставляем. Да залезь ты, ё-моё, а. Вопрос, зачем она мне вообще нужна, которая, типа, призывает этих монстров бесконечно?
Так, ладно, уходим с этой зоны. Пускай идут за нами. Мы с них ништяки пособираем. Давайте осмотрим. Да вроде мы там все посмотрели. Да, мы эту полностью локацию посмотрели. Есть ли есть такие места, где можно просто тупо пофармить? Пришел сюда, нафармил себе денег, ушел отсюда. Все, проблем никаких. Ага, я тебе постреляю сейчас. Че, постреляли? А, так вот тут вообще как бы... Типа мы тут собрались ждать тебя, да? Понимаешь, пока ты там... Разоблащу. Ну что, я пошел дальше искать боссов. Я нашел очередной кусок нашей истории, как вы видите. Ого, очень большой кусок. Я так чувствую. Да, засранец ты такие. Сейчас расскажешь нам многое вкусное, интересное. К нам пробрался человек из Валькирии, который старался избежать сражений. Странно, это что-то реально такое могло произойти? К нам пробрался человек из Валькирии, который старался избежать сражений. Вроде они же там типа пробрались все уничтожить или нет? Уж определитесь с историей-то. Он был врагом. И совершил ужасное преступление. Осквернил, наверное, святая святых. Что он там еще мог сделать-то? Кроме как осквернить. Ну то, что валькирии пробурились, мы видели, да? Но опять же, мне такое чувство, что вот этот тетрагексайдер, он как бы... одна из трех даже сторон. Не две стороны тут опасные, да? Как бы две стороны, мол... силы, а три стороны. Тетрагексайдер со своим каким-то определенным народом, я не знаю, кто это такие или что это такое, непонятно. Потом есть валькирии. И есть еще какая-то сила. Та сила, которая обратила всех валькирий, которые мы встречаем, это все валькирии. Я раньше не обратил внимания, но за игру, да, я обратил внимание то, что у всех есть маски. Вы заметите, у всех монстров есть маска. Такая же маска, как у нас сейчас, и вообще, как на всех валькириях, маски присутствуют. И вот это, получается, сила, она превратила из наших валькирий вот в это непонятное существо. Да вообще, в каждое непонятное существо. И теперь все эти валькирии стали непонятно кем. Так вот... Я думал вначале, что тетрагексайдер имеет к этому причастие, но он не может их контролировать, они же нападают на нас, вы понимаете, да, то есть он пытается достичь какой-то цели, но эти существа мешают нам. Если бы он мог бы держать это все под контролем, точнее всего, если бы они были бы его союзниками, то тогда бы враги бы не нападали, и мы бы просто спокойно бы прошлись бы мимо этих врагов, даже кто-то наверняка бы из них бы нас бы посадил себе на плечи и довез бы на нужного ему места тетрагексайдеру, чтобы мы могли его использовать. Значит, эту силу он не может контролировать, но он хочет, мне кажется, ее контролировать. То есть у нас будет задача либо уничтожить силу третью, либо подарить ее тетрагексайдеру. Ну, я так предполагаю, что, возможно, это будет как-то так. Давайте узнаем, что здесь. Стены стали красными и в безопасном месте, где прятались женщины и дети. Получается, он всех убил, да? Кусок этого немытого говна, который опозорил всю честь. Опозорил честь валькирии, я так понимаю. Ну как такое можно было совершить? Женщины и дети же. Они-то ведь вообще к войне не причастны всегда. Женщины и дети всегда оставляют живыми. Ну детей, возможно, нет, а вот женщин, да. Даже дикие животные, когда приходят, да, грубо говоря, вот львы, например, приходят в прайд, они убивают львят. Но при этом они самок-то не трогают, потому что самки продолжительницы рода. Так, ладно, боссов пока не нашли, но зато историю послушали. Будем искать, что тут. Нам, в принципе, выхода-то нет. Здесь я уже был, мы это все исследовали. Нам надо уходить в другую сторону. Я пошел. Ну что ж, дорогие друзья, я нашел босса. Единственная проблема этого босса... проклятущего...
это в том, что он в зоне, где постоянно спавнятся враги. Это зона, как бы, где реально постоянно спавнятся враги. В принципе, я все сказал. Так что будем пытаться его, конечно, убить. Я не знаю, что за босс. Надеюсь, что не какой-то жесткий, которого будет убить, но крайне сложно. Да блин, да хватит. А, вот, пожалуйста, началось. Нас привели в ловушку, ребята. В ловушку. А в ловушке, вы сами знаете, это очень плохо выпадать. Да что такое? Куда тут какие-то у вас? А это кто такой? Это ты босс? Может, а, он похож, кстати, на босса. Ты реально похож на босса, ты в курсе? Может, это он и есть? Если это он, то он изи. Это он, да? Ты был босс, что ли? Мы, конечно, сразу не поняли. Ну, это оказался босс. А чё ты хилку нельзя? Там больше хилок, наверное, да? Ладно, погнали. Поищем что-нибудь еще здесь. Может, здесь что-нибудь еще вкусненькое есть. Нашел я последнего босса на этой локации. Но я думаю, что он последний микробосс. Бывшая жрица Эсхатона. Они все, короче, жрецы и все павшие. О, летающая фигня. Мы, кстати, вообще ни разу летающую фигню-то еще не убивали здесь. Давай, тварь, иди сюда. О, так она тут не одна. Ага. О, все, в ярость. А что ты не кружишься-то, брат? Давай, ой, точнее, сестра. Давай, там немножко осталось, блин. Лети сюда. Вот и все. Ах, должны признать. Ну, извините, я не успел почитать. Уж больно сильно был увлечен битвой. Ладно. Меня, надеюсь, простите за это. Окей. У нас с вами полностью целый фрагмент. И теперь мы можем смело идти и этот осколок куда-нибудь допотратить. Вот, например, типа сюда. Отлично, а теперь у тебя есть осколок древних. Принеси его в святилище способностей. Чем мы сейчас и займемся? В принципе, локации практически все я прочекал, как вы видите, да? Осталось только вот сюда уйти и все. Но я тут думаю, что здесь переход с резающий путь, это специально сделан. Когда мы убьем вот этого великого большого, мы сюда сможем уйти. Вот как бы типа и все. Остальные все локации полностью почищены, все мы посмотрели, все позабирали. И это прекрасно. Есть у нас где-то поближе это святилище к моему домику? Ну, вроде как нет, придется сюда идти. Ладно, побрели. Ха-ха-ха, добрались до места. Сейчас мы возьмем что-то очень крутое. Эпичное. Только так ты выберешься отсюда. Только так ты сможешь выжить. Ну, кстати, помогают. Крылья помогают, например, особенно в локациях, где много очень ловушек или шипов, и где надо маневрировать. Очень хорошо помогают. Ну и щит тоже, как-никак, все равно хоть иногда, но дамажит. Теперь у нас какой-то будет сверхкрутой рывок. Наверное, сможем дамажить во время рывка. Хе! По животу бить. Это будет круто. Дыхание. А за то-то. Воу. Надеюсь, ты понимаешь, что получила эту силу великую. А получить эту силу великая честь. Ну, так себе. Че, я, мне плевать. Поработим все и вся в итоге все равно. Так, что я могу делать?
Вау! Вау, вау, вау! Вот это вот прям вообще, вы видали? Я сразу-то не осознал все мощи. А теперь я ее понимаю. Ребятоньки дорогие, мы можем вообще творить грязь. Хо-хо-хо-хо! Мистер передвижения, куда хочу. Ну, она леди передвижения, куда хочу, ладно. Вы знаете, это очень круто. Вот эта способность прям вообще огонь. Так, ну что, я продвигаюсь, иду я к ласту, идем туда. Вот и подошла к концу очередная серия по игре Sundead. Ну что ж, дорогие друзья, мы успешно проносим локацию. Вычищаем там все вкусное. Убиваем всех вкусных боссов, полубоссов, мини-боссов. И продвигаемся, естественно, к главному боссу этого уровня. Надеюсь, в следующей серии у нас все получится, и мы доберемся до этого упыря и уничтожим его. Ну а сейчас не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делитесь с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте на группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую и люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!